Как лань желает потоком воды, так желает душа, так желает душа моя к тебе, мой Бог. Поэтому, если вы когда-нибудь будете, у вас будет какая-то сумма нужда, или нужно будет еще, я буду всегда вместе с вами помогать. Хорошо? Это такое тоже часть от сердца, которую вы хотели сделать. Что вы действительно, наверное, люди от Бога. Потому что таких бескорыстных людей, которые приезжали бы и свое время драгоценное тратили на встречи с пожилыми людьми, взамен получая только благодарность и никакой больше материальной заинтересованности, сейчас это не так часто встречается. И мы очень благодарны, наш круг друзей, администрация и все наши партиципанты за то, что мы встретили таких благородных людей, людей от Бога. Я, наверное, выражу мнение всех. Просто грудь переполняется благодарностью к таким людям. Спасибо вам, просто низкий вам поклон. Спасибо за привет с Украины. Столько много украинских песен, мы же выросли с ними. Дураки, дураки, вот самые.